вышел. Ну и потом уже на крепостную стену, и потом вернемся в автобус. Выходим мы сами где-то примерно часа на полтора. Бежать, торопиться никуда не буду, но пешочком надо обидно походить по городу. Много разных историй от меня услышите, поэтому берите с собой фотоаппараты, воду, традиционный вот набор. Скромный вид уже здесь не нужен, в церковь заходить не будем. Их здесь и так уж и много. Старый город.